Здравствуйте, Давид. Я сестра маленького аутиста. Меня зовут Мика, брата зовут Мукутин. Вообще, я хотела, чтобы сделала мама видео, но так как она ноль в телефонах и в новых инновациях, она не может, если решила сделать сама. Вот. На сегодняшний день какие существуют проблемы? Ему 5 лет, в садик он не пошел, потому что не было места в садике для него. То есть для обычных детей было, для него не было. Слишком много людей приехало. Ну, сами понимаете, вот так получилось. Пойдет в садик он только в сентябре. Ну, ему обязательно нужно общество детей. Потому что, когда он смотрит на детей, он повторяет их не игры. С ними он еще не играет. Но повторяет то, что они делают, он тоже начинает играть. Так, я тут записала, чтобы не забыть, что именно сейчас, какие проблемы сейчас существуют. У нас есть диагноз, но он на немецком языке, я не знаю, стоит ли его отправлять или переводить, или что делать. Но мы можем с вами объяснить, что именно не так. Вот, короче, одеваться он сам не может, но может, если иногда, когда он хочет выйти гулять, он может принести обувь. Вот. Потом одеваться он сам не может, но раздевается сам. Раздеваться может, там куртку снять, там кроссовки, все дела. Потом на просьбу он не отвлекается редко. Если его позвать по имени, тоже редко отвлекается. Может не обратить внимание, может обратить внимание. Ну, вы увидите по видео, которое я отправляю. Так, если он без памперса, то по-маленькому он идет в туалет. Если он хочет по-большому, он приносит памперс. Вот так он выучил, и мы пробуем, чтобы он без памперса ходил в туалет, но не получается. Но если он в памперсе, он не просится в туалет по-маленькому, то есть он все делает в памперс. По-большому и по-маленькому все в памперсе.